18 по 20 октября в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошел третий международный инновационный форум «Smart Transport». Жители и гости Санкт-Петербурга смогли посетить единственную выставку, посвященную развитию пассажирского транспорта в нашей стране. На площади в 10 тысяч квадратных метров были представлены современные образцы троллейбусов, трамваев, автобусов и даже вертолетов. Особым вниманием пользовался новый трамвайный вагон «Метелица», получивший ласковое название «Чижик». Данный трамвайный вагон обладает уникальными характеристиками. Это первый трамвайный вагон с такими параметрами по пассажировместимости. Он может перевозить до 376 пассажиров, имеет длину 33,45 метра. Трамвай полностью низкопольный, имеет в своем составе 4 моторные поворотные тележки, снабжен полностью системой кондиционирования, то есть каждая из трех секций имеет свою независимую систему климат-контроля. Имеет в своем составе 2 кабины водителя, то есть может эксплуатироваться на линиях без разворотных колец. Трамвай оснащен специальным пандусом для людей с ограниченными возможностями, а также детских колясок. В вагоне будет действовать система валидаторов и кассовых аппаратов. Пассажир сможет сам оплатить свой проезд. В скором времени этот рогатый красавец появится на улицах Красногвардейского района. Поставки чижиков будут осуществляться в 3 этапа. 23 вагона будут ходить по 3 разным маршрутам. От Лавровского вокзала до Хасанской улицы, от улицы Передвяков и железнодорожной платформы Ржевка.